Командор Мейсон, сержант Уотсон. Все в порядке, парень. Все в порядке. Где тебя носило? Я уже думал, ты не выкарабкаешься. Какого хрена я там делал? Мертвые не страдают. Это привилегия живых. Будешь страдать, как я. У него есть на тебя планы, парень. Он ждал этого 30 лет, и он рассчитывает на то, что ты будешь его искать. Постой-ка. Фрэнк, ты что-то знаешь? Помнишь тот кулон? Сразу после твоего звонка вчера. Он исчез. Думаешь, у него вдруг отросли ноги, и он сам ушел? Этот человек знает все. Знает каждый твой будущий шаг. Он истребит 20-30 миллионов людей. За его сестру. Как будто это ее вернет. Он убил моего отца, чтобы отомстить тебе. С этим типом все не так просто. Говори, что за херь случилось в Панаме? Я был уверен, что мы взяли его в Никарагуа. Через год он объявился в Панаме с этим дерьмовым Нарьегой. Для ЦРУ это была последняя капля. От Буша поступил приказ приступить к перехвату. И мы с твоим отцом отправились. Хреново вышло. Мейсон. Вудс. Рад тебя видеть, Фрэнк. Взаимно, Алекс. Обходим сзади. Блин, она в бешенстве. Семью? Я думал, причина в завтрашнем дне. Причина во всем, Марк. Я хочу от жизни большего, чем сидеть и тупо ждать, пока ты не переведешь нас в очередную полную забытую страну. Давай, Фрэнк. Привет, ребят. Привет, Макнайт. Барахло у тебя? Да, спортивная сумка в сарае. Жена твоя явно недовольна. Ты ведь не говорил ей о вторжении, правда? Нет. Но, похоже, я у нас один такой. Она узнала об этом от жены Джейкоба. И Стива, и Билла. Представляешь, что она обо мне подумала? И почему мы не можем просто убить его нахрен, после всего, что он устроил в Никарагуа? Командование достали его интриги, но он нужен им живым. Не нравится мне это. Ладно. Мануэль Нарьега. Отныне известный как объект Лжепророк. Это стандартная операция очернения. Уничтожить его репутацию и снизить вероятность восстания в его честь. Вторжение отвлечет внимание, а мы будем действовать с ВМФ. Значит, все готово. Ага. Идем, я вас провожу. Спасибо за пиво, Макнайт. Я позволил себе вольность и просмотрел твои старые дела. А что за хрень с цифрами? Русские правда тебе мозги промыли? Они очень старались. Берите, Америка! Твою ж мать! Просто дети, Макнайт, они того не стоят. Наверное, ты прав. Добро пожаловать в Панаму. Задание нормальное, подготовка нормальная. Десантировались чисто, шлюпки никто не заметил. Единственное, что не вписывалось, так это Хадсон, который всем командовал по рации. Сразу предчувствие было, терзало изнутри, но я не обратил внимания. Хадсон, это Мейсон. Бомбежка началась раньше времени, ничего не хочешь нам сказать? 10 секунд. Хадсон, как слышишь? Ответы. Будем продолжать по плану.
Макнайт, Мейсон, мы вошли. Группа спецназа захватит аэродром и штаб панамских сил обороны, чтобы помешать лжепророку сбежать. Я буду вести наблюдение создания 12 за пределами боевой зоны. Хадсон не бросил этот план? Но мне он об этом не говорил. Удачи, Мейсон. Конец связи. Вали их, Вудс. На здании 12. Отряды ПСО размещены по всему аэродрому. Гольф идет прямо в ловушку. Я пытался их предупредить, но со связью проблемы. Уже идем, конец связи. Что по лжепророку? Ждем сигнала Хадсона. ЦРУ следит за каждым его шагом, вряд ли он далеко уйдет. Это Мейсон. Готов помочь. Прекратите огонь, когда мы уйдем с крыши. Блин, все еще проблемы со связью. Давай, мы все равно идем. Впереди, слева! Я тебя прикрою. Сосредоточься на помощи спецназу. Говорит Мейсон. На крыше все чисто. Не стреляйте, мы выходим из люка. Давай, Вудс. Поднажали! Поднажали!
РПГ! Это Хадсон. У нас есть точные данные о местоположении объекта Лжепророк. Отель Аделина, номер 225. Захватить его. Конец связи. Вижу объект. Группа неприятелей рядом с отелем. Предоставь их. Восток.